Атырауский университет нефти и газа имени Софьи Утебаева станет центром по подготовке по-настоящему квалифицированных кадров в нефтегазовой сфере. Руководство вуза и представители 36 крупнейших компаний страны решили объединить свои усилия и учредили промышленный комитет, благодаря которому обучение специалистов выйдет на уровень лучших зарубежных вузов. Местом встречи нефтяников страны накануне их профессионального праздника стала кузница кадров. Представители крупнейших зарубежных и казахстанских компаний, а также местные власти собрались в Атырауском университете нефти и газа имени Софии Утебаева для того, чтобы обсудить одну большую общую цель – подготовку квалифицированных специалистов в нефтегазовой сфере. Атырауский университет нефти и газа имени Софии Утебаева является единственным специализированным университетом, который готовит специалистов для нефтегазового комплекса. Это геологи, это нефтяники, это специальность электроэнергетика, автоматизация и управление, машины и оборудование и все специальности по направлению IT. Университет подписал меморандум с 36 нефтегазовыми компаниями страны об участии в стратегическом развитии вуза, в том числе об обеспечении необходимыми материалами и оборудованием. Основная цель промышленного комитета – разработать учебники для вузов в соответствии с отраслевыми требованиями, потому что сегодня технологии постоянно развиваются и меняются, и необходимо адаптировать пособия к этим изменениям. Для того, чтобы реализовать этот крупнейший проект, специалисты университета проводят научные исследования в планах развития зеленых технологий. Также участники встречи решили, что все оборудование для обучения будет казахстанского производства. Асем Караулова, Жанат Молдашева, Фархат Тажибаев. Информбюро, Атырауская область. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.